итоги уходящего понедельника подводят наши корреспонденты и я, Мария Бересневич. Смотрите сейчас. Отходы в доходы. Под Бобруйском активными темпами идет строительство мусороперерабатывающего завода. Когда сдадут объект? Сроки определены, это где-то сентябрь 2023 года. Нереальная опасность. В поселке Татарка прошли учения по ликвидации пожара. Это очень важно и нужно, поскольку мы отрабатываем действия руководящего состава. Как сработали специалисты? Хлеба и зрелищ. Свой профессиональный праздник отмечают работники театра. С Международным днем театра и всех поклонников и любителей театрального искусства. Чем дышит завораживающее искусство? А также кадровые рокировки, республиканский каравай и контрольные изложения. Минобразование озвучило даты выпускных экзаменов для девятиклассников. Что изменится? Не время расслабляться. Во Дворце независимости прошел кадровый день. Сразу в трех министерствах – здравоохранения, экономики, антимонопольного регулирования и торговли – новые замы. Ротации и в Минтранспорта. Президент назначил также председателей райисполкомов. Речь о Добруше, Вилейке, Узде, Круглом, Хотинске и Чаусах. Первый зампред Мингорисполкома теперь Надежда Лазаревич. Новый мэр и в Бресте – Сергей Лободинский. А правой рукой гомельского губернатора стал Дмитрий Петрожицкий. Задача, мужики, все знаете, я не единожды об этом говорил. Год особый. Всем надо подготовиться к политическим кампаниям, чтобы нас не начали шатать. 2020 год, уроки мы основные извлекли, поэтому я не думаю, что у нас будут какие-то большие проблемы. Но обратите внимание на те вопросы, которые ставит население. Один проект, один район, инвестиционный проект – это ваша задача. Мы это не забудем, прежде всего я. Это мое личное поручение – каждому председателю райисполкома. Поэтому надо бегать быстро по стране, искать инвесторов. Они уже, наверное, найдены. В этом году вы должны доложить о реализации этого проекта. В зависимости от того, какой резерв рабочей силы. Если в Круглом это небольшой городок, и рабочей силы может там и немного, но пускай это будет на 10 человек какой-то проект. Кадровые рокировки коснулись и Бобруйска. Генеральным директором Белшины стал Александр Ковалев. Для него это родное предприятие. До назначения он был заместителем главного инженера. Экс-руководитель кожевенного комбината Игорь Сысой теперь будет генеральным директором Барановичского хлопчатобумажного объединения. Сработали как по нотам. В поселке Татарка прошли учения по ликвидации пожара. По сценарию ЧП произошло на ЖД-станции в цеху добычи торфа Бобруйских тепловых сетей. Загорелся вагон с природным топливом. Работники среагировали молниеносно, эвакуировали состав, вызвали спасателей. Сотрудники МЧС, в свою очередь, оперативно прибыли на место, подключили мотопомпу и устранили пламя. И это способствует правильным действиям и подготовке в дальнейшем, если возникнет реально чрезвычайная ситуация, по действиям персонала, по ликвидации и локализации тех очагов пожаров, которые могут произойти в экосистеме. На условном пожаре не обошлось без пострадавших. Один из сотрудников надышался дымом и потерял сознание. Его вынесли на свежий воздух и оказали медпомощь. Тотальная проверка, летнее расписание и громкая сирена. В Беларуси проверят систему оповещения. Стоит ли тревожиться? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Аграрии приступили к севу ранних яровых культур. На качество работы в поле не раз обращал внимание глава государства. На кону продовольственная безопасность, от чего напрямую зависит, насколько весомым будет общий каравай. В Могилевской области площадь посевов без кукурузы, гречихи и проса почти 117 тысяч гектаров. Организация обеспечена всем необходимым – семенами, удобрениями и техникой. Транспортная инспекция за месяц зафиксировала 4000 нарушений. В антирейтинге технические неисправности, превышение скорости, вождение без прав и в состоянии алкогольного опьянения. Тотальная проверка перевозчиков, поручение президента. Расследование трагической аварии под Смолевичами с участием маршрутки и МАЗа указало на комплекс проблем в сфере дорожной безопасности. В стране с 28 по 30 марта с 9 до 18 часов проверят систему оповещения. Жителей призывают отнестись к этому с пониманием, сохранять спокойствие и соблюдать общественный порядок. Никаких действий предпринимать не стоит. В мессенджере МЧС Беларуси сделает соответствующую СМС-рассылку.
Выпускные экзамены у девятиклассников пройдут с 1 по 9 июня. Учащиеся сдадут русский и белорусский, математику и историю Беларуси. При этом школьники впервые напишут по языкам не диктант, а изложение. Расписание в каждом учреждении образования утвердит директор. График должен быть готов к 20 мая. Однако проведение письменных испытаний намечено на 1, 5 и 7 число. Белавия перешла на летнее расписание. Оно будет актуально до 28 октября этого года. Из стран ближнего зарубежья можно улететь в Россию, Азербайджан, Армению, Грузию, Казахстан, Узбекистан и Туркменистан. Кроме того, есть рейсы в Объединенные Арабские Эмираты и Турцию. Подробная информация на сайте компании. Золотая жила. Под Бобруйском активными темпами идет строительство мусороперерабатывающего завода. По техническим характеристикам он обещает стать самым крупным в регионе. Производственная мощность – 100 тысяч тонн сырья в год. Предприятие будет аккумулировать твердые коммунальные отходы из 5 районов – Бобруйского, Осиповичского, Глузского, Кировского и Кличевского. Кроме сортировочных линий, здесь предусмотрены 2 цеха – по изготовлению флекс и гранул полиэтилена. Это будущие компоненты для новых пластмассовых изделий. На территории есть цех дробления крупногабаритных отходов. Древесные отходы крупногабаритные будут утилизироваться здесь же в энергоцентре, что будет использоваться для отопления и обогрева воды. То есть у нас тут замкнутый цикл, скажем так, переработки. В Бобруйске проблему с мусором решают комплексно. То, чему вторую жизнь дать точно не получится, отправляют на захоронение на полигоны Бабино и Вишневка. Буря эмоций. 27 марта отмечается Международный день театра. Для бобруйчан и гостей города местный храм искусства – эпицентр культурных событий. В репертуаре 53 спектакля. Посещаемость внушительная – 79 тысяч человек в год. Однако что скрывается за кулисами, знают лишь единицы. На экскурсии без антракта побывала Елизавета Липеева. Гримерная комната – место, где артисты меняются внешне, иногда до неузнаваемости. Образ создают в соответствии с эпохой, в которой происходит действие спектакля. Для роли Хелен в постановке «Мадам Рубинштейн» главная героиня надевает парик и делает прическу в стиле 50-х-60-х. Важный акцент – насыщенный цвет губ. Магия преображения с помощью косметики – занятие кропотливое. Бывает более сложный грим. Возрастной грим, характерный грим, это предполагает. Иногда клеим, допустим, брови, носы клеим, наносим морщинки. Вот. Ну а если это грим обычный, скажем так, современного человека, то просто накладывается тон и делаются ярче черты лица. Подводятся глаза немножко, губы, вот, чтобы они стали более выразительными. Встречают, как известно, по одежке, особенно на сцене. Цвет, фасон, ткань – здесь важно все. У спектаклей 2 актерских состава. Отсюда и наряды-близнецы. За сохранностью более 5000 изделий следят костюмеры. Они же за кулисами, как волшебные феи, мгновенно меняют образы артистов. За 45 минут до начала спектакля актер готовится к своей роли. Вот, мы приносим костюмы, одеваем, если надо, по возможности. Какая-то часть костюмов сносится вниз во время спектакля, происходит переодевание. И бывает такое, что там за считанные секунды нам надо переодеть. На многочисленных репетициях оттачиваются движения и реплики. На генеральной все должно быть, как и на премьерном показе. Одно только отличие – пустой зрительный зал. Руководит всем процессом режиссер-постановщик и его помощники. Они притворяют в жизнь пьесу австралийского драматурга Джона Миста о легендарной основательнице косметической линии Хелен Рубинштейн. История наполнена семейными конфликтами и борьбой с конкурентами. Творить и показывать миру и людям то, что может быть где-то скрыто далеко в закромах. Очень много нюансов, которые помогают спектаклю его воплотить истинную какую-то мысль, которая заложена, обязательно нести, конечно, воспитательную функцию для зрителей. Результат рекордной двухнедельной подготовки – полуторачасовая трагикомедия. Впервые на малой сцене «Мадам Рубинштейн». В камерной обстановке артисты создают атмосферу Нью-Йорка середины 20 века. Помогают в реализации задуманного и осветители, звукорежиссеры, реквизиторы, гримеры, постежеры, костюмеры и монтировщики. Слаженная работа театрального коллектива достойна нескончаемых аплодисментов и звонков.
тонкого брава. И я бы еще очень-очень хотела поздравить всех тех, кто сегодня преданно служит театру, с Международным днем театра, и всех поклонников и любителей театрального искусства, и сказать, что мы вас любим и ждем. Елизавета Липеева, Максим Галионко, Бобруйск, 360. Борьба не только с преступностью. В Бобруйске прошел турнир по мини-футболу управления СК по Могилевской области. За звание лучших в дюш Олимпийского резерва сразились 6 команд. На кону путевка на республиканский этап, кубок, медали, дипломы и подарки. В качестве болельщика выступили учащиеся профильного класса 31-й школы. Отрадно, что сегодня победила команда Бобруйского межрайонного отдела Следственного комитета, да, во главе с начальником подразделения Стефаненко Сергеем Евгеньевичем, который вел команду вперед, в принципе, и, наверное, это и сподвигло команду занять первое место. Серебро взяла команда Могилевского межрайонного отдела, бронза – управление Следственного комитета. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо!